Какое жесткое приземление! Зато мы почти на свободе. Смотри, Зак, кажется, это именно та стена, что изображена на плане. Люси, глупышка, нужно перевернуть. Да, мы уже у цели. Ну, что же нам делать? Стена очень крепкая. Что с тобой, Зак? Это что, сердечко? Конечно, нет. Не видишь, я измеряю кирпичи. Лучше дай мне кувалду. Держи, совсем ты не романтик. Сейчас не до твоих нежностей. Вообще-то мне тяжело. Этой надувной кувалдой ничего не разбить. Ого, несмотря ни на что у тебя получилось. Давай еще раз, ударь как следует. Я это сделал, Люси! Свобода! Что? А! Преступники пытаются сбежать! Стоять на месте и не двигаться! Вам от меня не уйти! Сейчас же руки вверх! Извините, наверное, мы ошиблись стеной. Куда это вы собрались? Я вас не выпущу. Может быть, сделаете вид, что не видели нас? Ну, прекрасно. Мы опять за решеткой. Только не это! Сейчас же перестать орать! Выпустите нас, пожалуйста! 3, 2, 1! Есть! Все! С этой секунды я свободен! Нужно срочно переодеться. Сделаю последнюю засечку на стене и бегом домой! Это самый лучший день в моей жизни! Наряд должен соответствовать! Как же долго я этого ждал! Скорее открывайте! Тебе чего? Ах да, совсем забыл. Сегодня ты выходишь на свободу. Поздравляю! Нет, это возмутительно. Не надо трогать меня руками. А ну-ка, заходи обратно. Это что такое? Это прекрасный букет. Вам от всего сердца. Ничего мне не нужно. Забирай свой веник и убирайся. Это наш шанс сбежать. Даже не думай. Я за вами слежу. Ну вот, не успели. Нужно было шевелиться побыстрее. Смотри-ка, этот парень забыл свой цилиндр. Давай попробуем его забрать. Не выходит. Смотри, тут есть прозрачные очки. Не понимаю, зачем они нам? А я догадываюсь. Класс! Посмотрим, что тут еще есть. Люси, что с тобой? Зак, можно мне покопаться в цилиндре? Я так этого хотела. Пожалуйста. Ладно, вперед. Только не ной. Большое тебе спасибо, ты такой хороший. Смотри, я сразу что-то нашла. Это же газовая горелка. С ее помощью мы наверняка сможем выбраться отсюда. А это еще что такое? Не знаю, но тоже попробуем как-нибудь использовать. Похоже на металлический прут. Может быть, я смогу разломать им стену? Давай поскорее начнем. Очень хочется на свободу. Вперед! Как же обращаться с этой горелкой? Никогда не держала ее в руках. Вот и разбирайся сама, а мне есть чем заняться. Ого! А прутом можно расковырять стену. Думаю, это не быстрый, но верный путь на свободу. А может быть, лучше бить? У меня уже силы заканчиваются, а этот способ никак не работает. Ну ничего, попробую другой стороной. Результат один. Его нет! Да что ж такое-то? Ого, похоже на сердечко. Как же мне надоела эта романтика! Я все равно не отступлюсь. Мне нужно проковырять дурацкую стену. Все, это бесполезно. А что там происходит у Люси? Если мыслить логически, то здесь должна быть кнопка включения. Я кое-что придумал. Люси, нам нужно поговорить. Смотри, что я сделал специально для тебя. Это так мило, Зак. Даже в трудные моменты ты не забываешь о знаках внимания. А ты не против, если взамен я возьму газовую горелку? Да отпусти же ты ее, наконец! Ты все равно не знаешь, что с ней делать! Ой, Зак, извини, я не хотела, чтобы ты ударился. Впрочем, так тебе и надо. А от сердечка придется избавиться. Ты меня разочаровал. Ну вот и все. Выкину его. Можешь пока отдохнуть, а у меня есть важное незаконченное дело. И я поняла, как использовать горелку. Нужно было всего лишь повернуть колесико. Класс, работает. Теперь я смогу прожечь в стене дыру и сбежать. Нужно прибавить газу. Ну вот и все. Посмотрим, что вышло. Ой, пожарная тревога. Это не к добру.
Сейчас сюда прибежит полицейский. Что же я натворила? Вода! Мокро! Что? Что происходит? У нас что, наводнение? Нет, это пожарная тревога. И все из-за газовой горелки. Ой, а с ней-то что не так? Мамочки, мне страшно. Зачем я вообще решила взять ее в руки? Мои волосы. Я выгляжу просто ужасно. Ну что ж, сама виновата. Я выберусь из-за решетки первым. Этому не бывать. Вот увидишь. Не пытайся меня запугать. Чего ты так смотришь? Я просто использовала эти штуки для антуража. Зак, я хотела первой вытащить предмет. Но ты опоздала. Ого, как много ложек. Неужели они мне помогут? Знаешь, даже хорошо, что начал ты. Я бы не хотела это достать. Кастрюля? И что я должна с ней делать? Ладно, попробую придумать. Для начала нужно примериться. Кастрюля маленькая по сравнению со стеной. И как она мне поможет? А что, если соскрести поверхность? То, кажется, получается. Ложки. Кто вообще придумал положить их в цилиндр? Ладно, это уже не важно. Сейчас главное придумать, что с ними делать. Ковыряться вот так можно целую вечность. Зак, думай еще, ты должен найти лучший выход. Ну вот, ложка погнулась. Хотя, постойте, меня посетила гениальная мысль. Поздравляю, Зак. А я этим похвастаться не могу. Ого, смотри, а это достойно лайка. Мне некогда отвлекаться на твои глупости, Лили. Я росомаха! Ой, штаны спали совсем не вовремя. Вышло неудобненько. Давайте сделаем вид, что ничего не произошло. Ну все, мне пора взяться за дело. Поверьте, теперь стена точно не устоит перед моей мощью и силой. А я неплохо продвинулся. У меня получается. Нужно еще поднажать. Фух, пенопласт забился ко мне в рот. Думаешь, что обошел меня? Ну уж нет, я еще не сдаюсь. Сейчас эта кастрюля продавит стену насквозь. Мне просто немного не хватает сил. Упс, кастрюля расплющилась, и все пошло немного не по плану. Хотя, может, это и к лучшему. И, возможно, так сломать стену будет проще. Ладно, рано опускать руки. Я должна сделать последний победный рывок. О, да, вот это бросок! Да я в форме! Моим мускулам можно позавидовать. Зак, посмотри, какое точное попадание. Ой, только вытащить кастрюлю не получается. Ой, как больно. Все, пора оставить эту дурацкую затею. Люси, вижу, у тебя дела тоже обстоят не лучшим образом. На этот раз выясним честно, кто начинает. Ура, это буду я! А ты неудачник. Не может быть, это же топор! С его помощью я точно смогу выбраться. Ну вот, Люси и правда повезло. Кажется, я тоже нащупал что-то стоящее. Правда, тяжелое. Ого, гиря! Перенесу ее поближе к стене и подумаю, что можно сделать. Хотя вариантов немного. Кину изо всех сил. О, нет! Гиря раздавила мне ногу! Как же это больно, я не могу стоять! Зак, какой же ты все-таки неуклюжий! Присядь на кровать и посмотри, как работают профессионалы. Эй, куда пропал мой топор? Ай, вот же он. Вышло небольшое недоразумение. Сейчас я все исправлю. Ну вот, продолжим. Смотри, как здорово у меня получается. Еще немного, и эта стена падет. Мне даже нравится сам процесс. Можно отлично выпустить пар. Ты меня пугаешь, Люси. Пока ты зря тратишь время, меня посетила гениальная мысль. Я знаю, как использовать свою гирю. Нужно привязать к ней просто и не сделать хороший замах. Главное, чтобы полотно было длинным. Иначе ничего не выйдет. Ну вот, отлично. Осталось только как следует ее раскачать. Это у меня получится. Первый удар. Продолжаем. Так-так, аккуратно, только бы самому не улететь. По-моему, получается неплохо. Я уже близок к цели. Чувствуешь этот запах? Так пахнет свобода. О, нет, охранник идет скорее, все прячем. Я слышал какой-то шум, который доносился из ваших камер. Наверное, вам показалось. Смотри мне. Даже не пытайтесь улизнуть.
Только не это. Гири опять упала мне прямо на ногу. Боже мой, как больно. Я едва сдерживаюсь, чтобы не закричать. Ничего удивительного, Зак. Это в твоем стиле. Хорошо, что мой топор в целости и сохранности. Ну вот, опять куда-то пропал. Ну ничего страшного. Что это еще такое? Как вы все это объясните? Извините, я не виновата. Это Зак меня надоумил. Смотри у меня. У нас осталось совсем немного попыток выбраться на свободу. Нельзя упускать шанс. Я знала, что ты пойдешь на любые уловки ради этого. Поторопись, не хочу долго ждать. Люси, ты специально меня ударила. Как видишь, не зря. Теперь у меня есть пила. Думаю, это отличное орудие. Она такая острая, то, что нужно. Поверь, я использую ее потенциал на все 100%. Тебе всегда везет. Это нечестно. Ну вот, рука застряла. Никак не могу достать. Ого, кирка. Неплохо. Вот только протащить ее сквозь решетку непонятно как. Сложная задачка. Неужели нельзя ничего придумать? О, получилось! Оказывается, все было просто. Что ж, возьмемся за дело. Вот это удар! Нужно продолжать в том же духе. Смотри сюда, Люси, моя стена наполовину разрушена. Из-за твоего пенопласта хочется чихать. Можно поаккуратнее. Если ты не заметил, то я тоже занимаюсь важным делом. И, кстати, результаты от моей пилы намного лучше, чем от твоей хлипкой кирки. Посмотри, этой стене совсем недолго осталось. Стоп, не стоит так сильно раскачиваться, это может плохо кончиться. Продолжим. Я должна сконцентрироваться, осталось совсем немного. Ну вот, пила сломалась. Только не это, а я еще не закончила. Похоже, придется довести дело до конца немного позже. Ладно, всякое бывает. Может, склеить как-то получится. Я слышу, что кто-то сдался. Это было ожидаемо, но я не из таких. У меня все получится. Только посмотри, какая огромная дыра уже образовалась. Надо поднажать. Скоро этот кошмар закончится, и я окажусь на свободе. Попробую подойти с другого края. О, нет, охранник. Чем это вы тут занимаетесь? Да так, просто отдыхаем. Откуда у тебя эта кирка? Ты должен сейчас же отдать ее мне. О чем вы говорите? Я не понимаю. Хватит строить из себя дурачка. Нет, отдайте, это мое. Вы не имеете права отбирать личные вещи. Да что ты творишь? Ого! Стена наконец-то разбилась. Как неожиданно. Значит, Зак может уйти, а я нет? Жизнь кончена, я останусь тут навсегда. Уходи, я не хочу тебя видеть. Или, может быть, все-таки возьмешь меня с собой? Невероятно! Это и правда путь на свободу! Нужно срочно бежать, пока никто меня не застукал. Боже, как хорошо! Я победитель! Вы не представляете, как сильно я об этом мечтал. Привет. Опять вы? Что вам от меня нужно? Тут что, снова решетка? Не может быть, я хочу домой, к маме. Да, это была ловушка. Ну как же я мог на нее купиться? Расслабься и прими это. Тебе отсюда не выйти. Кажется, Зак снова здесь. Ура! Мы будем вместе. Я знала, что у тебя ничего не выйдет. За что? Как видишь, путь на свободу тернист и непрост. Поэтому лучше никогда не попадаться в заточение. Ну а если такое все-таки случится, ты знаешь, что делать. Благодаря нашим героям. Удачи и до скорых встреч!